Это моя роза мелюсина. Вот один куст. Вот там второй. А дальше вот такой высокий третий. Сейчас я постараюсь подойти и вам его снять получше. Вот этот куст у меня растет. Ну, все три куста, они у меня растут уже 3 лета. Я считаю по лету. 3 лета отцвели. Покупались они маленькими-маленькими кустиками. Отрастают очень хорошо, быстро. Вот. Вот какой вот он большой. Это еще небольшой. Это у меня самый маленький. Вот он около метра. Вот. А второй, следующий, у меня вот этот. Вот. Вот он мне по плечо. Вот такой вот. Такой кустик. Вот такой вот кустик. Вот. Цветет очень-очень красиво. Цветочки очень красивые. Цветет круглое лето. Вот сейчас 12 сентября. Вот посмотрите. Я их так обрываю. И вот эти лепесточки я их съедаю. Постоянно съедаю. Они очень сладкие. И у меня она поэтому продолжает постоянно цвести. Надо розу обязательно срезать. И вот третий кустик. Вот такой вот куст. Огромный. Вот, давайте посмотрим корни. Корни. Вот. Смотрите, какие огромные корни. Ну, примерно 3 сантиметра. Вот. Вот одну стрелу. Вот эту вот огромную. Посмотрите, куда она пустила. О, расстроилась. Вот вверх. Смотрите, это выше меня. И если я руку даже протяну. Это я 1,60 м, и рука моя 2 метра. Хотя она должна быть около метра. Почему она так вымахала у меня, я не знаю. Не могу сказать. Не могу сказать, почему. Цветет все лето, абсолютно. Одна из первых расцветает. Листья, посмотрите, какие все. На нее не действует. Ничего не действует. Ни жара, ни холод, ни дожди. Вот это вот все нужно обязательно срезать, срывать. Ну, я срезаю, срываю, потому что, видите, он уже цветет. Ну, зачем мне нужны цветочки? Семена мне не нужны. Так, дальше, что я хотела сказать вам. А, чем она мне еще нравится, то, что у нее... Очень здоровая листва. Вот такая блестящая. Когда солнце светит, она прямо у меня светит с любого конца огорода, видна. Очень здоровая роза. Еще что я хотела сказать. То, что эту розу я вообще на зиму не укрываю. Не укрываю. Первый год я укрыла ее. О чем потом сильно пожалела. Она, вот этот куст, вот он до конца, видно даже вот под корнем. Смотрите, под корнем. Все у меня сопрело, отопрело. И я думала, уже я останусь без розы. Ну, без этого куста. Ну, в конце концов, она очень хорошо восстанавливается. И розочка. Вот этот куст у меня сначала пострадал. Потом у меня эта роза вообще изначально куст. Этот куст не хотел расти. Маленький такой был. Ну, теперь он самый пушистый. Нет, не самый пушистый, но очень пушистый. Пушистый чем-то тут идет высоту, а этот ширину. Вот. И что я хочу сказать вам, что лучше ее не укрывать. Это считается парковая роза. Вот в этом году снег был, много было снега,
И я взяла ее и не стала укрывать. Вообще не укрывала. И вот так результат. А почему-то тот куст третий у меня так стартанул вверх. Я и даже не знаю. Такое впечатление, что моей розе нравится в лежачем состоянии быть. Она там на плиту упирается. Лежит. Может, из-за этого. Я не могу сказать. Но ей очень комфортно. Вот такие вот у меня розы. Роза Мелюсина.